Меня все устраивает в вашем контракте на печать нашей массовой газеты. Кроме неустойки, можно ли ее снизить? Или убрать совсем? Нет, нельзя. Неустойка – это результат экономических расчетов. Один час простоя конвейера нашей типографии стоит 20 тысяч рублей. Только неуместен. Хорошо. Тогда давайте передадим наше разногласие по контракту на урегулирование медиатору. Я первый раз в жизни обращаюсь к медиатору. Надеюсь, что вы отработаете свой гонорар. Я выслушала вас обоих. Разрешите сформулировать мое предложение. Давайте попробуем сделать неустойку симметричной. 20 тысяч за один час просрочки с каждой стороны. Вот это, я считаю, будет честно, по-партнерски, потому что отпечатанный тираж газеты мы забираем с привлечением бригад грузчиков и автотранспорта. Задержка причинит нам убытки. От всей нашей компании поздравляем вас, дорогой шеф, с днем рождения. Ура! Чем больше я пью, тем более мудрые решения принимаю. Не знаю, как быть, ведь в результате больших возлияний по поводу дня рождения директора типографии печать тиража газеты запоздала на 5 часов. Мы можем применить неустойку. Если вы не боитесь, что когда-нибудь сами окажетесь в подобной ситуации, то применяйте. И все-таки рекомендую снизить размер неустойки в 2 раза по допсоглашению. Мы так виноваты. Мы так виноваты перед вами. Прошу на первый раз нас простить. Ну что поделаешь? Контракт есть контракт. Именно вы категорично настаивали на включении такой неустойки. Я предлагаю снизить ее наполовину, но сегодня же требую ее оплатить.